дома. Андрей Ященко с подробностями. Опасности жизни нашей. Образовалась огромная яма. Теперь даже наш... Катя Рябова, 11-летняя россиянка, завоевавшая второе место на детском Евровидении в Киеве, сегодня вернулась в Москву и сразу пришла к нам в студию. Катя, здравствуй, спасибо, что согласилась. Здравствуйте. На мой взгляд, они ничем не отличаются, так как и на отборе, и в Киеве была очень дружная обстановка. Со всеми познакомилась, со всеми пообщалась, и поэтому разницы особо я не почувствовала. После российского конкурса ты говорила, что ты с некоторыми ребятами подружилась, и вы там продолжаете общаться. Вот в Киеве удалось с кем-нибудь подружиться? В Киеве я полностью со всеми подружилась, но хочу заметить то, что мне очень понравилось общаться с представителем Белоруссии, Мальты и Армении. Да-да-да. На английском говорили, например, с представителями Мальты? Да, общались на английском, так как это их родные.